Проект «Город добрых сердец» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому». Каждому ребенку необходима любовь, забота и помощь. Но есть дети, которые требуют повышенного внимания. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, имеющие разные группы инвалидности. На базе социального центра в Великом Устюге с этого года начал свою работу клуб «Город добрых сердец». Здесь дети и их родители могут получить поддержку и помощь специалистов. Проект «Город добрых сердец» у нас реализуется уже четвертый год. Второй год он реализуется при финансовой поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому» город Череповец. Если в прошлом году мы организовывали для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, совместные выездные социальные экспрессы, они были организованы для семей, которые проживают у нас в поселениях Великоустюгского района, то в этом году мы решили поменять формат, решили создать клуб. Этот клуб также будет направлен на социализацию детей-инвалидов в обществе. На первом занятии клуба «Город добрых сердец» опытный психолог помогает родителям справиться с трудностями воспитания детей с особенностями в развитии. Подтверждение инвалидности у ребенка всегда вызывает у мамы и папы тяжелое стрессовое состояние. Семья оказывается в психологически сложной ситуации. А чтобы успешно решать какую-либо жизненную проблему, необходимо хорошо в ней разбираться. Поэтому родители должны придерживаться определенных психологических рекомендаций, которые помогут им легче справиться с трудностями. Конечно, для начала я для себя определяю просто коррекцию психоэмоционального состояния родителей, потому что всем известно, что большая нагрузка идет на родителей с такими детьми. Они должны держать себя в ресурсе, поддерживать определенный уровень энергии для того, чтобы развивать своих детей в меру своей возможности. Да? Вот это мы и хотим с ними проработать на занятиях, чтобы у них были просто ресурсы, энергия, чтобы они с позитивом, с положительным настроем шли к своим детям, были у них силы для взаимодействия со своими детьми, ну и подчеркнули что-то для себя. Пока родители беседуют с психологом, дети занимаются творчеством, мастерят открытку-аппликацию «Снегирь». Под чутким руководством наставников ребята обводят и выстригают голову, крылышки, хвостик птички из цветной бумаги. Для детей это отличная возможность выбраться из дома, сменить привычную обстановку и пообщаться с друг с другом, что положительно влияет на настроение и их психологическое здоровье. Я сегодня делаю снегиря. Покажи, какой красивый снегирь получился. Кому ты этого снегиря подаришь? Папе. Тебе понравилось? Да. А что ты еще любишь делать, интересно? Например... Выполнять всякие задания. Какие, например, задания? Например, клеить, рисовать, там, как ему сказать, и делать поделки всякие. Для полноценного и гармонического развития ребенку необходимо расти в теплом семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Не только дети нуждаются в поддержке, но и сами родители. Проект «Город добрых сердец» помогает родителям отвлечься от ежедневной суеты и дает возможность немного отдохнуть и прийти в себя, пока специалисты занимаются с детьми. А ребята с радостью идут на контакт с работниками социального центра. Даже пара часов помогает мамам, папам и детишкам восстановиться, набраться сил и позитива. Мы с Ксюшей уже второй год участвуем в этом проекте «Город добрых сердец». В этот год стало клубом. Очень интересно, очень много всяких позитивов. Ксюше очень нравится. В прошлый год Ксюша очень, мы везде побывали, у нее таки много впечатлений было. В этот год вот снова решили с ней что поучаствовать. И что вот сейчас в этот, на фоне этого клуба, что очень... Вот сейчас был психолог разговаривать, детям понравилось все. Проект «Город добрых сердец» призван привлечь внимание общества к проблеме социальной изолированности семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, и направлен на поддержку таких семей, оказание им всесторонней помощи.